Мастер Даниил в день натачивает 15 маникюрных ножниц. И не только их. В мастерскую приносят разные инструменты. Ремеслу Даниил обучался около года. Например, кухонные ножницы, да, затачиваются под 19 градусов. Есть филейники, они затачиваются поострее. Есть ножи охотничьи, у них тоже другой градус, у них более тупой. Хозяин мастерской по заточке инструментов Иван Кондратенко начал свое дело 3 года назад. Начинал с маленького подвала, а сейчас наработал клиентскую базу и открыл уже 2 филиала в центре города и южном микрорайоне. Его специалисты чинят технику и делают острыми инструменты для маникюрных и парикмахерских салонов, а также для грумеров. Чаще всего это ножевые блоки, которые идут на машинки для стрижки волос. После заточки самое главное – проверить их работоспособность. Для этого мы используем различный материал. Это натуральные там, кусочки шуб. Кроме мастерской, предприниматель открыл 2 магазина. Чтобы развиваться, нужны дополнительные средства. В Краевом фонде поддержки малого предпринимательства Иван взял займ 500 тысяч под 3% на 30 месяцев. Выгодно, глобально выгодно, потому что проводил анализ банков Хабаровска по процентной ставке. Здесь, конечно, получается очень выгодно, буквально там, ну, раз в 5-6, наверное. В декабре Краевой фонд поддержки малого предпринимательства отмечает 30-летие. В честь этого для бизнесменов Хабаровского края организовали акцию. Понизили ставку до 3%. Она действует при займе средств в фонде по любым из существующих программ. Максимальная сумма 5 миллионов на срок до 36 месяцев. Если говорить о цифрах, то за весь год мы выдали 309 микрозаймов на 657 миллионов рублей. И с 15 ноября, с момента объявления акции по сегодняшний день, к нам обратилось с заявками уже 145 предпринимателей. Взять займ с пониженным процентом в Краевом фонде поддержки малого предпринимательства можно до 15 декабря.